Особое внимание в ходе месячника, который пройдет на всей территории Тамбовской области, уделяется профилактике детского дорожного травматизма, проинформировал инспектор ГИБДД Татьяна Каштанова. С этой целью организована акция «Внимание, дети». После начала учебного года в школах пройдут родительские собрания и уроки по изучению правил дорожного движения. Отделом образования рекомендовано организовать работу родительских комитетов, патрулей и отрядов юных инспекторов движения. Сотрудники ДПС проведут рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. В первые дни сентября они будут нести усиленное дежурство на дорогах вблизи школ. В преддверии начала нового учебного года сотрудник госавтоинспекции побывала на педагогическом совете, который состоялся на базе первого корпуса лицея. Учителя узнали, какова обстановка на территории обслуживания отдела полиции Уваровский. За 7 месяцев зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых страдало 4 ребенка. На территории города Уварова таких дорожных происшествий у нас 2, и пострадало 2 ребенка. Все дорожно-транспортные происшествия произошли с некоторой виной детей. То есть там первый у нас это велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя по идее он должен был спешиться. Второй у нас девочка вышла на дорогу, не убедившись в безопасности своего перехода, то есть это вне пешеходного перехода, и говорят, что там по этим вопросам, что вышла на настоящий автомобиль. Поэтому вся надежда, конечно, на ваш коллектив, потому что в большей степени дети сейчас взаимодействуют с вами, родители очень редко видят, значит, вы, как образовательная организация, вы не только обучаете, но, может быть, у вас нет этого, и воспитываете. Обучить теории, применить на практике. В течение всего учебного года коллективу педагогов со своими учениками предстоит не только изучать и закреплять знания по правилам безопасности, но и самим быть для детей образцом и примером в качестве участника дорожного движения. В конце встречи были розданы памятки с названием «Минутки безопасности» для проведения занятий, а также яркие информационные наклейки для обучения ребенка дорожным правилам. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона».